Привет, я сегодня буду делать ракету Майнкрафт. Вот, а нет. Я беру алмазный блок, вы можете что-то другое. Нам понадобится алмазный блок, но вы можете любой абсолютно взять, даже обсидиан. Блок слизи, липкий поршень и наблюдатель. Самых вот таким вот образом. Потом ставим наблюдатель и липкий поршень. Потом ставим два. Потом ставим таким вот образом два липких. Два блока слизи. Берем наблюдатель. Там вот так вот. Это... Ой. Не так. Вот так. Надо это сделать. Да блин, скелет. И надо сделать это все на все четыре стороны. Последнюю сторону. У нас получилась такая конструкция. Ставим любой блок. Еще огниво нужно. Поджигаем в середине. Летит. Я вам еще покажу один лайфхак. Мне для этого нужен любой краситель. Возьмем, например, зеленый лаймовый крас. Так. Мне табличку надо найти. Подписчик, если вы ее видите, скажите мне. А, вот она. Так, например, ставим, пишем. Я написал слово «подпишись» и...
Почему это не работает? Ладно. Ладно, подписчики, вы были на канале Назаременко. Всем пока!